Северян. Это там, в миру, я Иван Северяновичем звали по прозвищу Голова. От того, что произошел я на свет с неимоверно большой головой, всю свою жизнь я погибал и не мог погибнуть. И на конях бы, и под конями, и воевал, и в плену был, и летели бил. И меня калечили-то так, что не каждый вынес бы. А я вот живу. Yeah.
победитель! Победитель идет! Дорогу победителю! Шире дорогу! Получайте вашего коня. Теперь на нем не то что ездить. Воду возить можно. Хозяин, водки на всех. Мистера и бешеный укротитель всех угощает. В сей момент. Хотел, и мы вас ему принесли крестный путь приходит там. И в чистый способ уводите. Чего это на вас ездит? Да он просит тебе секрет раскрыть. Как ты лошадей измеряешь? Так он видел-то. Лошадь, она шумна. Она понимает насчет каких ее мыслей человек. А ты мать, маленький, говори секрет. А сейчас чего? Большие деньги дает за секреты. На службу к себе приглашает. Ну что, поедешь к нему? Да нет, не поеду. Едет первое дело, комиссар. Знаток лошадям для выбора не для отъезда. А вот ему нужно для одного бешеного свидетельства. Рому с тобой я еще выпью. А на службу к тебе не пойду. Кто ты? Коней делать, а? Что я с коней сделаю? Но я тебе сейчас покажу, милый человек, что я с коней сделаю.
Хорошая моя, папа, ты распашел, спасибо,
послушай меня. От судьбы все равно не уйдешь. И на что нам судьба? Отец угощение платить будет. Англичанин-то сбежал.
Петровский. Завтра с утра жду тебя на ярмарке. Не держи, отпусти. Нет, он князь, он слово дал.
появился. Князь, был у губернатора. Говорил о нас. Был. Говорил. Плохи дела ваши? Сам губернатор приказ издал. Да уладно. Без возврата.
навек, друзья, навек, друзья. И все ж боками аккуратно пить буду я, пить буду я. О вас и по щеке мои румяна слеза скатится с пьяных глаз. Thank you.
плечом, как корабль стоит. Не волнуй! Да не волнуй, тебе говорят! Ну, князь, такую лошадь ей-богу, забью. Вот ты, Чина. Ну, наконец-то я тебя нашел, благородная душа. Ну, здравствуй, удовой наездник. Пожалел ты меня тогда в трактире, посочувствовал. Вот я к тебе в гости пришел. Ступай себе с Богом, ступай. Зачем тебе так? Мне очень даже приятно с тобой посидеть, поговорить. Подвинься, я рядом сяду. Желаешь? Чаю? Нет, братец ты мой, чаю мы не пьем. Голова у нас не чайная, голова у нас отчаянная. Подай вина. Да нет, ты один, я пить не стану. Покорнейше буду. Я людей учу, крепостей своих, в
карты проиграл, жену богатую за себя взял, соской тужил, да еще и на Бога вставнал, за то, что он дал мне такой характер. Вот он нам сказал. Он дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости. Да как эти глаза мне давлю, по щекам меня дуя, только вы пьяных улиц. И просили забыть. Слушай, а что ж ты теперь на свою судьбу не ропщешь? Ропщешь? Нет. И не обратишь ты мой. Я не ропщу. Да, да, мы одержимы, мы страсти, но зато другие от этого легче. И я могу с любого человека за вольную страсть снять. Да разве
Хочешь, я покажу тебе, что такое настоящая краса природы совершенства? Идем со мною, братец ты мой, и я покажу тебе, что такое настоящая краса природы совершенства. Браво!
Прости, гостя, Шалан. Выкуши мой здоровье. Про мое здоровье. Вот не все. Правду сказал. Вот она где. Настоящая краса природы совершенства. Василий Иванов, ты по что не веришь угощать этого мужика? Нам это крайне неприятно. Напрасно вы так. У нас каждому гостю почет и место. Вы еще не знаете, как простой человек красоту и талант оценить может. Поэтому всякие примеры есть. Это какие такие примеры? Эх, Луис! Волк вас ешь! А неужто от того, что вы мне богаче, во что? И чувств больше? Да, эту вот красу скупостью-то не унижу. Эх, будь что будет, после князь заслужу. А что это у тебя, красавица? Красные косачи да синие синицы да с черной утицы. А вот белых лебедей нет. На тебе 100-рублевого лебедя. Обдуливай этого мужика. Спой, дружинка, спой, ребятушка. Про тебя молва, молва. Идет моя любимая, очень ты хорошая, очень ты красивая. Да, мое сердце, сердце изо льда. Разве это тоже, тоже красота? Вижу я хрустально и не росу. Я хочу красиво, красивой видеть вербу, что стоит опавшая осенью в лесу. А ты тут, а ты тут, а ты тут, а ты тут, не сердь, и пора. А в глазах такая, такая.
доброта. А ведь это тоже, тоже красота. Красоту ищу я, тяну цветку и ферби. Вижу я в хрустале иние росу. Я хочу красивой, красивой видеть.
Thank you.
ваше сиятельство. Только не тесет это. Вот что не ладит. Я бы месяц меня свел, а блудного приставил. Ну, стал его искать, чтобы меня на обратное размагнетизировал. Да не нашел. Но он и сам на себя много принял. Вот. А вот чем цыган, шикар. Так напился, что помер. Помер магнетизер. Чеку твел. Так вы так остались замагнетизированы, да? Так и остался ваш ест. Только пить срок не стал. Так, вот что, Миличка. Верни ко мне 5000, что я дал тебе. Я ваши деньги беру. Не шути. Да я не шучу, я правду говорю. У меня большой выход будет. Это на каком таком выходе? Разом 5000 просто, а? А я и сразу все загадки-то и прочее. Какой такой секрет? Ну, известно, какой. Грушники. Я уж было вешаться хотел в ваш свет. На меня, слава богу, вот залезли. Длинную рубаху спили. Вы не серчайте, деньги я вам ваши отслужу. Не надо. Не надо ничего. Бог милости, волось, как вы будете выиграть. Только вот я за эту цыганку в табор не 5, а 50 000 бросил. Как 50? Да стоит мне на таких денег! Женщина мой полупочтеннейший стоит всего. А такая женщина? Есть ли что-то такое? Чего с ума сойти можно? Есть вас нет. А ведь я для нее всю свою жизнь перевернул. В отставку ушел, имение заложил. А как же полюбовница ваша? Да что ты, Семен? Ты что, ты что? Я теперь жить здесь без выезда буду. Глаза грушеньки смотрят. То ему что разница? Вы мой полупочтеннейший артист. От вас я ее не скрою. И здесь. Неужели она здесь? Ну что это я? В уме решил, что ли? Мне счастливо.
Бежим дружно. Куда бежим? Да все равно куда. Не могу я сейчас. Меня забросить боишься? Отца обидеть боюсь. Весь Тавр обидеть боюсь. Князя бросить боюсь. Любишь? Любишь его? Да не знаю я, не знаю. Брось меня. Брось меня, слышишь? Брось меня. Брось меня. Учи. Да нет мне жизни без тебя. Понимаешь? Разве одна дружинка на свете? Ты беги, я следом за тобой приду. Обещаю, правда приду. Да ты обманешь. Обманешь. Не поминай его, свою дружину. Беги, Дмитрий, беги! Этот путь проклят, вся эта жизнь! Да не знаю я! Я должен рассчитывать. Это жизнь. Но когда вина недостачит, не велика это. Зато есть то, что слаще вина и мед. Полюбила вас дружинка, всей душой своей цыганской привязала. Да. Не думал я, что цыганка так полюбить может. И я здесь. Полгода без выезда живу. Чужого человека в глаза не видел. А зачем он чужой? Когда есть душа желанна. Все хорошо, одно к одному. А меня от этих изумрудов яхонтовых сон клонит. Ну а ну слово-то какое у вас есть? Любовное! Глупое! И надоедное! Что делать? Дела. Дела надо делать, мой полупощенич. Слушай, а что если вам опять лошадьми торговать, а? Хочу, чтобы ко мне опять конезаводчики приезжали, ремонтеры. Можно такую мельницу завертеть. Только вот денег у нас с тобой нет. Слушай, а если Евгения Семеновна? Это полюбовница-то ваша. Она для меня все сделает. И дом заложит, и все, что нужно. А как же грушенька? Да что грушенька? Я не печусь, грушенька. Грушенька, я уезжаю в город. Развеись на свете, то лучше тебе.
если можно, тебе на другую. А ты выше. Ты приезжай с этим закрыть. А я вас тут буду обоим дожидаться. Я не могу. Не могу, Грушенька, без приказа князя, не могу. Он не велел здесь возле тебя. Так-то. Так-то вы любите свою Грушеньку. А я думала, не бросишь ты меня в беде. А ты вон какой оказался. Хорошо. Поеду. Поеду, Грушенька, и приведу все дело ясно. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Хорошо. Прямо сейчас. Поеду. Поеду, Грушенька. Поеду! Спасибо тебе. Милый мой святейший. Иван Северянович. Дуняша, посмотри, не едет ли коляска. Мне больно, никого нет. А ты получше посмотри. Да нет, парень, никто не едет. Как же не едет? Ну как же не едет? Я слышу. Я ведь слышу, коляска! Коляска едет! Ты что это?
грушеньки свои. Да не что ты, грушенька. Дела у меня, дела. Чего ж до прежде не было? Но теперь-то я ничем тебе не досажу. Смирно. Смирно я буду изумрудным. Смирно. Что это она за платье на тебе, а? Твое любимое. Значит, она не идет, она тебе сними! Это правда, люди говорят. А я дам ручу, что не мила тебе стану. Почему? Почему ты носишь такие грязные штуки? Что тебе до шнурка моего? Он чистым был. Это он от тоски так почернел. А ты что это, князь? Удушить мне знать. Что ты? Что ты, Грушенька? Ну кто? Ну кто тебе это говорил, а? Будем жить, как жили. И ребеночек у нас будет этот цыганеночек. А ты что-то совсем с лица спала, а? На улицу совсем не выходишь. Слушай, а поедем покатаемся, а, Грушенька? Как есть. Поедем, покатаемся, я сейчас скажу, чтобы коляску к входу подкатили, а, Грушенька? Поедем, поедем, мило, покатаемся, поедем. Поедем. Что я ему с яблоки присылал. И свадьбу играет.
А ну, говори, латинская твоя душа! Где Грушенька? Да не знаю! Не знаю! День пять назад, как с князем в коляску катила, провернулся один! Они хорошо говорят! А ну! Князь своих лошадей на станции сменил, а на наемных поехал! Ну пусть! Дурак, что ли? Нет, Маша, дурак! Что делаешь, а костюм не портишь? Да мне же это, костюм надо! Ну так докажи мне теперь свою последнюю
чем страшнее смерти есть. Что исполнишь, о чем просить стану? Спасением своей души клянусь! Мало! Мало! Ты спасением своей души ради меня приступишь! Ты мою душу прокляни, как свою клял! Что исполнишь, клянись! Клянусь! Убери. Нет моих сил больше так жить. И смену его видеть. Если я еще день проживу, я ее и его порешу! А ты не допусти, Ваня. Не допусти, спаси мою душу! Не крестись, дружу. Ведь ты крещеный. А душе-то что твоей будет? Да я и душу не пожалею! Пусть мать уйдет, да здесь страшнее ад. А ты спаси, Ванечка, Ванечка, спаси, ты поживешь. Богу отмолишь из-за меня и за себя, ну помоги, Ванечка. Не могу. Не могу! А не сделаешь. Всем вам в отместку. Стану самой постыдной женщиной, с купцами, с мужиками, со всеми гулять стану. А ты спаси, спаси мою душу, Ванька, не могу.
Судя по вашему восприниманию, восприятию, я понимаю, что вам спектакль понравился. Позвольте от вашего имени, от имени руководства театра, поблагодарить всех участников спектакля, пожелать им добра, успех в творчестве, на благо нашего единственного в мире цыганского театра. Романовцы, дорогие друзья, прежде всего хотелось бы нам всем, всем участникам этого замечательного спектакля, который Николай Алексеевич возобновил, и мы сегодня для вас его работали, работали с таким трепетом, с таким волнением. Но не хотелось перед Николаем Алексеевичем подкачать. И мне, я говорю сейчас от лица всего нашего театра, хотелось бы пожелать Николаю Алексеевичу, чтобы он еще не один спектакль на этой сцене ставил, и чтобы неоднократно выходил на сцену и после премьеры говорил теплые-теплые слова. Дорогие друзья, я надеюсь, программки вы все были, и вы знаете всех, как говорится, персонажей пофамильно. Но я так бы хотел еще представить вам художественно-постановочную часть. Художник-постановщик спектакля Анастасия Романцова. Настенька в зале. Вот она. Вы знаете, помимо того, что она является художником-постановщиком сегодняшней премьеры, у нее сегодня, да и у нас у всех сегодня праздник. У Настеньки сегодня день рождения, и мы поздравляем ее! Ура! Художник по костюмам Мария Манюк. Художник по свету Марик Туманян. Балетмейстер Анжела Лекарева. Автор стихов Радмила Богданова. Помощник режиссера Анастасия Пантюхина. Настенька. Звукорежиссер спектакля Евгений Баранов. Евгений, помаши рукой всем. Светооператор Анастасия Салашенко. Композитор, заслуженный артист России Николай Лекарев. Спасибо, дорогие друзья, спасибо. Хотелось бы надеяться, что мы не подкачали надежды Николая Алексеевича. Дорогие зрители, дорогие наши гости, я хотел бы сказать от всего коллектива спасибо.